Московский клинический научный центр занимается не только клинической деятельностью, научной работой, но также образованием врачей. Сегодня мы хотим поговорить про ординатуру. Ординатура – это двухгодичное образование, где врачи выбирают узкую специализацию. Ресурсы нашего центра позволяют насытить их образовательный процесс практикой на базе нашего центра, который является многопрофильным и экспертным учреждением. Ординатура в Московском клиническом научном центре имени Логинова – это 12 специальностей. Обучение проходит на базах нашего центра. Ребята занимаются в отделениях. У них много практических занятий. Параллельно с этим они могут заниматься научной работой, посещать английский клуб, совершенствовать свой разговорный и медицинский английский, а также, что очень удобно, оплачивать свое обучение ежемесячно. Чтобы стать нашим ординатором, нужно подать к нам документы и сдать вступительные испытания. Для тех ребят, кто заканчивает медицинский вуз в этом году или закончил его в прошлом году, результаты сдачи первого этапа первичной аккредитации засчитываются как результаты вступительного испытания в ординатуру. Как раз сейчас у нас работает приемная комиссия. До 13 августа мы принимаем документы в ординатуру и аспирантуру нашего центра. Сейчас в нашем центре проходит большая реконструкция. К 2023 году у нас откроется новый современный корпус, что позволит нам расширить места в ординатуре по уже имеющимся специальностям, ввести новые специальности в ординатуре, а также появятся новые места для трудоустройства. Мы хотим пожелать молодым врачам, ребятам, которые поступают в ординатуру, выбрать специальность по душе, впитывать знания, интересоваться, общаться с кураторами и не переставать учиться.